мои дорогие друзья, сегодня что-то необычное будет у нас. Я сам это не пробовал, мне для меня сейчас кое-что будет сделать. И у нас сегодня вот такие, кто видел, грибы, называются зонтики. Вот. Вот эти грибы мы сегодня будем готовить. С них будем делать как отбивные. Это вегетарианское блюдо, очень легко делается. Где-то нам понадобятся, конечно, грибы, зонтики. Они на каждом поле растут. Потом понадобятся нам яйца, мука, соль, конечно, сковородка с маслом и сухари для панировки. Все, вот, поехали готовить. Поехали. Сегодня мы делаем что-то необычное. У нас грибы, называются зонтики. Вот такие здоровые они, вот, а. Все вместе их, ого. Ну-ка. Вот такие, да? Такие здоровые грибы. И с них сейчас будет очень вкусное блюдо. Так, что они делаются? Солятся, да? Да, немножко посолила. Потом? Потом в муку, яичко и потом панированное. И потом жарим. И жарите, да, с двух сторон. Вот так. Сейчас будем это делать. Угу. Так они потом обжарятся с обоих сторон. Так, вот мы сейчас грибы обжарим. Они получаются, как отбивные вы делаете себе, вот такие они получаются. То, что это можно блюдо для вегетарианцев. Такие грибы, у кого есть, они, по-немецки они называют паразол, по-русски называются зонтики. Они растут на полях. На, видах, да? На полях растут. И вдоль дорог. Если... Вдоль дорог бывает. Ну там нежелательно собирать. Так вот. И просто вот обламывайте. Лесные дороги после зонтика. Так обламываем. И... Так мы их перевернули. Эти такие не получаются. Как будто отбивные. Готово. Так, все готово. А ну-ка. Вот такие получаются они. Угу. Аппетитные получаются. Так вот. Пошла у нас вторая партия. Это маловато. Маловато? Маловато. Угу. Ну и какие получаются у нас. Так, дорогие друзья, наши зонтики готовы. У нас вот такие отбивные с них получились. Сейчас наш дегустатор скажет, как привет они. Привет всем. Так, сейчас я вам скажу, как они. Вкусно вообще. Что, какой вкус? Обалденно вкусно. Похоже на мясо, да? Такое, нет? Такое прям это жуется хорошо. Вот вроде как мясо вкус, но... как сказать, легкое такое, быстро кусается, быстро жуется, вообще прикол. Но насыпь. Угу. Ну-ка, я тоже попробую. Угу. Я тут, а, вот тут, я маленький. Вкусно. Объедение. Прикол. Угу. Советую, так? Советую. Так что, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на колокольчик. Нет. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. До следующего раз. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.